за хрень там? Белый летает. Ай! Ай! Фу. Так, вот он, этот дом. Да, вот. Один здесь. Только в деревне, который, получается, весь забитый. Охренеть. Все окна забиты. Крыша не дырявая, вроде нет. Хотя вон возле печки, не знаю, видно камере сейчас или нет, возле печки вон там тоже дырки есть. А вот тут получается лаз. Про который мне говорили. Дверь на крючке странная. Просто забита, что ли? Не открывается. Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов, и сейчас я нахожусь в заброшенном доме. Это не просто заброшенный дом. Что сейчас сзади было? Там есть кто живой? Походу крыса будет. Походу всего лишь крыса. Охренеть. Блин. Не знаю. Петля ли это? Это стул. Нет, так-то походу. Если здесь кто наложил на себя руки, то возможно. То, что мне рассказывали. Сейчас я расскажу попозже. Это правда. Нихера какая тут кровать. Или это прикол такой просто. Трогать это не хочу. Еще одна занавеска.
В общем, друзья, здесь крысы или мыши скребутся в стенах. Вот они могут издавать звуки, и это может мешать съемкам, мешать. В общем, история такова. Шли грибники мимо этого дома. Он весь заколочен. Полностью весь. Я вначале сейчас, когда сюда залазил, показывал. Вот, единственная щель там, но ее не было, когда они шли. В общем, слышат они удары. Громкие, тяжелые удары с этого дома. Стало интересно. Смотрят, окна заколочены. Обошли вокруг, весь заколочен. Ну и там более-менее было так подломано. Они доломали доски, залезли в дом. Вот, включили фонарики. Смотрит, а здесь туман стоит такой. И они, в общем, увидели то ли тень в этом тумане, то ли что. Ну и побежали быстро отсюда. Написали мне. Этот дом оказался от меня недалеко. И... Бляха-муха. Что это за хрень? Навески брать. Понятно. Скорее всего, он теперь стоит сейчас. Походу разрушается печка. Сегодня еще дождь шел. Погода мокрая, может где протекает. Понятно, друзья, скорее всего. Ну, сейчас я посмотрел, ну, там видно, да? Эту камеру, наверное, не видно. В общем, ну, там кирпичи, скорее всего, просто сейчас упали, потому что погода сегодня дождливая, может, где сверху набралось, и, в общем-то, где-то протекает, и все упало. Возможно, и тогда, когда шли эти грибники, которые мне рассказывали эту историю, тоже была погода дождливая, они рассказывали, и... Удары, могла просто печка рушиться, а когда они сюда залезли, стояла дымка, и в темноте, в лучах фонарика, в принципе, с хорошим воображением, можно увидеть кого... Тарелка битая. Банка разбитая. Здесь все мокрое. Непонятно. Вроде в ней тоже была вода. Может, тоже наполнилась и упала. Друзья, в принципе, конечно, такая череда совпадений,
Немного странновато. Но я пока не могу понять, это все из... Фонарик. Пару морганий было. Из-за такой погоды? Или все-таки... За хрень там белый летает. Тряпка просто. Пугало. Напугало. Что такое вообще? Халат какой-то белый. Скорее всего, по такому метру ее, когда открыл, может, здесь какой-то застой был. Ну это, конечно, было жестко, страшно. Сейчас крутится. По идее, сама по себе она должна успокоиться. Замок заклинил, что ли? Или только с этой стороны? С этой стороны открывал? Два раза нормально было. Блин, выбить ее, что ли? Не хочу шуметь. Даже не выбивается. Здесь есть отверстие, щелка. Если руку по плечу засунуть, то можно попробовать с той стороны нажать на ручку. Заклинил, походу, с этой, или она вообще с этой не работает. Но бывает такое, что с одной стороны она открывается, с другой стороны ручка просто шевелится, и все. Сильно лучше не шуметь. Сейчас я камеру сниму, чтобы не повредить. Ай! Ай!
Что за нахер? Что за... Тронул мою руку. Что за нахер? Еще не знаю, друзья, сейчас получается, возможно, со стороны просто замыкается замок. Возможно, со стороны просто замыкается замок. Вот. Точнее, ручкой открывает дверь. Сейчас посмотрю. Да нет. Странно. С обеих открывается. Что за нахер? Лампочки шатаются. Блин, я не помню. Так, ну разве было открыто? Странно как-то все. Друзья, какая-то хрень. Не понимаю, что было с дверью. В итоге она открывается с двух сторон. И с той, и с этой. Но тогда мне было ее не открыть. Звуки, не знаю, было похоже, конечно, на крыс. Что меня крыса дотронулась, я вот точно не уверен. Ай! Ай! Ну здесь какая-то странность с лампочкой и окно. По-моему, оно было закрыто. Сейчас я достану Эми. Измерю тут все электромагнитные поля. 001. Но это не показания.
По Эмме сейчас пусто, ничего нету. Со мной может выйти кто-нибудь на связь? Я, может, я пытаюсь выйти на контакт. Таким треском или что это? Если ты таким треском пытаешься со мной выйти на контакт, ты можешь как-то по-другому сказать «да», например, одним ударом в стенку или куда-либо еще. Конкретно с потолка. Ты на чердаке? Кровать какая-то стоит. Никого не видно. Эми по нолям. Блин. В наушниках сейчас тоже ничего нету. Что это был за сигнал? И сигнал ли это был, непонятно. Возможно, в этом, во всем все так же виноваты погодные условия, в частности дождь. Ладно, попробую сейчас перейти к следующему эксперименту. Это будет сон. Я установлю камеры, вот, и сам лягу, наверное, на эту кровать. Сейчас покажу получше, поближе. На эту кровать. Конечно, не буду ложиться на этот матрас. Сейчас я что-нибудь
сегодня придумаю, наверное, сниму эти занавески, уберу эти все подушки, матрасы и попробую на ней поспать. Вот опять копыт, копыт, копыт сейчас. Тут периодически.